На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате продолжается реализация инвестиционного проекта «Освоение месторождений Юшлик-1», в рамках которого ведется строительство медной обогатительной фабрики номер 3. Как мы уже рассказывали в нашей программе, одной из отличительных особенностей новой фабрики является внедрение циклично-поточной технологии для транспортировки крупноизмельченной руды с карьера Юшлик-1. Благодаря этой технологии транспортировка первично дробленной руды на склад МОВ-3 будет осуществляться не железнодорожным транспортом, а по двум магистральным конвейерам с шириной ленты 2000 мм и протяженностью 4,2 км. При этом первые тонны руды с карьера на фабрику уже были отправлены по этому конвейеру в тестовом режиме. Из-за особенностей рельефа местности конвейерная линия проходит по мосту высотой 44 метра. Скорость транспортировки руды на конвейерной линии составляет 2,5-3,5 метра в секунду, а в час транспортируется около 10 тысяч тонн руды. Внедрение конвейерной системы позволит снизить затраты на транспортировку руды как минимум на 30%. Руда с карьера Юшлик-1 фракции 350-400 мм первоначально поступает на склад крупнодробленной руды, рассчитанный на 320 тысяч тонн. Если на конвейерах произойдет сбой в работе, то склад сможет обеспечить запас руды на 2 дня. В ходе технологического процесса руда со склада подается через бункеры к пластинчатым питателям, а затем на ленточные конвейеры, расположенные на маршрутах 100 и 200. В дробильном цеху находятся два участка: СКДР, КСД, КСГ, КМД и КМГ. В СКДР находится 8 пластинчатых питателей на каждом линии, линия 100 и линия 200. В общем, количество ленточных конвейеров «Уралмаш» 74 количества, из них 66 разных длина и шириной конвейер лента, 8 у нас называется триппера, автострелы по-другому. 48 пластинчатых питателей. На каждой участке по 16, на СКДР 16, Аутмунд, мощность 2200 шириной полотна. А на КСД и на КСГ ширина полотна 1600. Тоже Германия, Аутмунд. В настоящее время завершены работы по соединению ленточных конвейеров на маршруте 100. Отметим, на маршруте 100 был установлен конвейер длиной 237,8 метров. Пусконаладочные работы здесь подходят к концу. Параллельно аналогичные работы ведутся на линии 200. Интересный факт. Склад крупнодробленной руды расположен на высоте 665 метров над уровнем моря, а маршруты 100 и 200 расположены на высоте 653,3 метров над уровнем моря. На данный момент все технологическое оборудование, необходимое для производственных цехов МОВ-3, доставлено на строительную площадку и ведутся монтажные работы. В настоящее время на строительстве этого объекта заняты 23 тысячи специалистов. Задействовано более 500 единиц спецтехники. После ввода в эксплуатацию рудника «Юшлик-1» и третьей медной обогатительной фабрики будет создано 6 тысяч новых рабочих мест. В государственный бюджет также предусмотрены налоговые поступления в размере дополнительных 300 миллионов долларов в год. Экспорт медной продукции увеличится до 500 миллионов долларов.